Офицеры, полковник Бойко. Наталья, обсервация цепи. Дорогу. Сколько пострадавших? Ну, в дальнем конце здания человек 20 извлекаем. А здесь всего одно занятие было. Йога с беременными. Ну и через стенку у них массаж. Так что 10 пузаток плюс инструкторша и плюс массажистка. Тихо, не надо, не надо. Это последние из легких. Остальных уже разбросали по больнице. Все тяжелые внизу. Рустам! Я! Проводи медицину. По-прежнему у нас очень мало информации на этот час. Но, как только что вы видели, прибыла группа врачей-акушеров. В данный момент они проходят внутрь здания. И, значит, есть надежда, что еще удастся кого-то спасти. Как на войне. И так она выбрала дочь, а не внучку. Я не верю, что мать не могла уговорить Леру. Все-таки умотали без младшей. Сейчас вес поднаберет и в детдом. Ну, во-первых, поживем, посмотрим. Во-вторых, если она в мусорке выжила. Я тоже в нее верю. Нужно найти ей родителей. О, синдром Надюшки. Хотя, Пуркуа бы и не па. Замятина. Баба с крыши из-под КамАЗа? Да ты, мамашу, ее видела. Спаси, сохрани Господь от такой бабули. Я позвоню ей. Даже не думай, Джексон. Женись. Успокойтесь, пожалуйста. Работы по вашему спасению ведутся. Скоро мы вас вытащим. Связь есть, контакт установлен. Ну, слышно? Конечно. И постарайтесь не двигаться, слышите? Постарайтесь.